Игра миллионов развивается на полуострове не только на профессиональном уровне. Добровольное объединение любителей футбола Крыма проводит соревнования с 2016 года. В этом сезоне команд стало больше. Подробнее расскажут наши журналисты. Опасные комбинации и результативные передачи. С первых минут футбольное противостояние между симферопольскими командами «Виктория» и автобаза Совета министров Крыма показало, что такое накал эмоций. Трудно поверить, но это любительские соревнования. Было просто предложение от коллектива, от инициативной группы создать футбольную команду. Я был не против, включая, доложил свое видение Совет министров, там тоже не против. Мы создали команду. В отличие от соперников, команда «Виктория» участвует в любительских соревнованиях по футболу с 2016 года. Несмотря на больший опыт к дебютантам, спортсмены относятся серьезно. Хочу сказать, что боевой коллектив, думаю, у них все получится. Хорошие ребята, многих знаю лично, играли раньше в разных командах вместе. Вот. Ну, думаю, все хорошо будет. Сражаются 8 команд высшей и 10 в первой лиге. Победить, конечно, хочется, но важнее для участников игры – развивать любительский футбол на полуострове, подавать правильный пример молодежи. Стефан Филатов, Алексей Романов. Утро нового дня.